Покоряют столицу. Постановку театра оперы и балета покажут на фестивале «Золотая маска» в Москве. Наряду с Мариинским и Большим театрами наши земляки покажут балет «Талисман». Наш спектакль номинирован на «Золотую маску». У нас показ будет 29 февраля в Москве. Такие большие федерального значения театры, и мы с ними на одном уровне, мы номинированы. И, конечно, это колоссальный успех нашего театра. В Улан-Удэ «Талисман» покажут на 2 недели раньше, 12 февраля, на сцене театра оперы и балета. Возрастное ограничение 12+.